Праздников в нашем городе станет больше. Практически во всех дворах Лыткарино этой осенью пройдут развлекательно-оздоровительные мероприятия для жителей. Учреждениями культуры и спорта города при содействии администрации Комитета по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино организованы мероприятия для наших маленьких юных жителей и их родителей по месту жительства. Ведь, как известно, игры во дворе – это наиболее доступный по организации вид физической подготовки в игровой форме и досуга, который основан на живом общении и неравнодушном участии каждого. Если в том или ином дворе будут проводиться подобные мероприятия, то за несколько дней до его проведения на подъездах и информационных досках обязательно будут размещены объявления. Некоторые мероприятия уже прошли, такие как тренировка по воркауту, гимнастика для детей и их родителей, на стадионе полет, футбол для начинающих, мастер-класс по шахматам. И такие вот ближайшие мероприятия, которые планируются 8 сентября, мастер-класс по баскетболу, мяч в корзину по адресу Советская, дом 8, корпус 2. 10 сентября в 11 часов готовимся к ГТО. Мероприятие пройдет по адресу квартал 2, дом 3. 16 числа в микрорайоне Петровская на территории 6-й школы пройдут конкурсы, викторины, приключенческий квест «Золотая осень». Также для детей и их родителей будут организованы футбольный марафон, подвижные игры с мячом «Спорт для всех», мастерская «Белый цветок», мастер-классы, конкурсы, викторины и многое-многое другое. Проводить праздники двора будут существующие в городе кружки, секции и творческие коллективы. Важно и то, что все они охотно согласились принять участие в этих мероприятиях. Что все они готовы на бесплатной основе развлекать жителей нашего города и показывать им новые интересные формы семейного досуга. Варвара Можаева, Александр Тестов, новости Лыткарино.